действительно привлекло рекордное количество участников как в Алма-Ате, так и в Астане. Программу 2012 года мы решили посвятить инновациям в развитии. Мы уже давно перестали замечать, что инновации, в общем-то, окружают нас каждый день. 10 лет назад для нас наличие мобильного телефона было фактически роскошью. Тогда как сегодня, например, моя 4-летняя дочь уже совершенно спокойно загружает смешариков на моем айфоне. Для нее это не вызывает ни удивления, ничего обыкновенного она в этом не видит. Соответственно, инновации помогают нам развиваться, помогают нам общаться, помогают нам коммуницировать с большим количеством людей, обмениваться идеями, находить для себя новые возможности и реализовывать себя в более широком аспекте, чем, может быть, мы могли это сделать 10 лет назад. Компания Cisco Expo во многом стоит у истоков этого тренда во всем мире. Поэтому мы прекрасно понимаем, что лидирующие позиции на этом рынке и лидирующие позиции инноваторы невозможны без понимания и представления того, что будет даже не завтра, а того, что будет послезавтра, несколько десятилетий вперед. Соответственно, исходя из этого, мы строили нашу программу Cisco Expo 2012. Мы постарались рассказать вам о тех трендах, которые, может быть, мы сейчас не видим в Казахстане, но которые, безусловно, присутствуют на мировых рынках и которые будут присутствовать завтра или послезавтра. И мы очень надеемся, что данная программа поможет вам увидеть новые направления бизнеса, новые направления развития вашего бизнеса либо бизнеса ваших заказчиков. И здесь, как мне кажется, очень символично, что мы открываем Cisco Expo в Казахстане, именно в Казахстане, я имею в виду роуд-шоу, которое у нас пойдет по странам СНГ, именно в Казахстане. Потому что в Казахстане это, как сказал Павел, одна из самых быстро развивающихся экономик СНГ. По росту ВВП Казахстан, наверное, является первой экономикой в бывшем постсоветском пространстве. И, естественно, мы, как компания, рассматриваем этот рынок как стратегический. Более того, нам очень импонирует желание Казахстана внедрять здесь инновации и развивать как экономику, так и общество вперед и быть лидером именно на постсоветском пространстве. Я очень надеюсь, что те решения, те презентации, то общение, которое предстоит вам в ближайшие два дня, помогут вам найти новые способы развития. И еще мне хотелось бы, конечно, поблагодарить наших спонсоров, без которых было бы невозможно проведение данной конференции. Здесь вы можете видеть всех наших спонсоров, как золотых, так и бронзовых. Здесь наши медиапартнеры, которые осуществляют пресс-каверидж нашего мероприятия. Я очень надеюсь, что данное мероприятие будет вам интересно, полезно и послужит дальнейшему развитию как вашего личного, так и вашего бизнеса. Спасибо большое.